Так, подождите, надо было вот тут ставить. А, не достается? Сейчас достану. Нам зачем пассатижи тогда? Так, и теперь мы здесь снизу снова, да? Заводим. Вот здесь мы заводим. А почему с этой стороны? Ведь ушко же тут. А с этой у нас будет есть ушко, а здесь нет ушки. Все фермуары готовы. Посмотрите, у них одно здесь, другое здесь. Поскольку нет, мы сюда заводим. Оно у вас здесь было, и вы убрали, да? Нет, было наоборот, с той стороны, где ушки. Вот сюда заводим теперь. Вот там, в принципе, в том мастер-классе там все подробно показано. Во вторую, да? Ну, вот в этой. На диске. На дисках все расписано. Там все, даже вот это все показала. Как и что делается. Засунули, да? Засунули. Все вот такое смешное. Так, теперь, значит, одели. Вот покажи, что одели. Мы одели цепочку вот на это колечко, которое у нас уже вставлено в третью дырочку с краю. Так, теперь, значит, мы, пропуская дырочку, должны вот сюда завести. Если у нас не подходит, оно великовато, значит, мы берем наши пассатижики. Но ножницами это неудобно. Так, я, наверное, с другой стороны его вставлю. Эти? Так. Вот, я одену вот этим кольцом, оно поменьше. Значит, завела.